Казахстан второй год подряд лидирует по объемам инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии среди государств Центральной Азии. Но их доля пока не превышает 1%. Таковы данные исследования состояния альтернативной энергетики Европейской экономической комиссии ООН и Международного энергетического агентства. Исследования проводили в 17 государствах. Эксперты наблюдают в них существенный спад инвестиций. Что касается Казахстана, одним из факторов, тормозящих развитие альтернативных источников энергии, эксперты считают субсидирование сферы электроэнергии. Одна из основных целей данного отчета – определить пробелы в регионах. Очень важно иметь данные, которые станут основой усилий по возобновлению энергии и энергоэффективности в регионе. Отрицательные стороны, которые нужно отметить – недостаток инвестиций в развитие возобновляемой энергии. Все еще сохраняются субсидии на электроэнергию в регионах. Это осложняет развитие возобновляемых источников энергии, усложняет ситуацию и низкие цены на нефть.